период бархатного сезона 2017 Свердловская мускомедия представит сочинскому зрителю 11 постановок. Это и музыкальный блокбастер «Екатерина Великая», лучший отечественный мюзикл десятилетия «Мертвые души» и образец музыкального ретро «Парк советского периода». А еще ряд оперетт и спектаклей. Готовясь к визиту в Сочи, екатеринбургская труппа со всей тщательностью отнеслась к выбору гастрольного репертуара. В итоге получилась афиша, которая должна заинтересовать самого искушенного зрителя. Мы для сочинцев, а не для курортников. Мы бы хотели, чтобы в течение всего этого сезона, который впереди, сочинцы захотели бы, никого не принуждая никуда, не проводя никаких тут административных ресурсов. Просто захотели прийти и посмотреть спектакли, в которых заняты те актеры, которые будут приезжать ежемесячно. Смысл весь в процветающей курортной столице, он огромный. И уровень жителей самой столицы курортной должен быть тоже очень высок. Для зрителей, которым не терпится увидеть артистов Свердловской мускомедии, в деле организаторы подготовили сюрприз – абонемент на встречу большим гастролям. Это такой долгосрочный абонемент, который будут иметь возможность приобрести наши жители для того, чтобы приобщаться к стандартам высокой музыкальной культуры. И сегодня иметь в нашем репертуарном плане, в нашей гастрольной афише города Сочи музыкальный театр музыкальной комедии Екатеринбурга с такими серьезными музыкальными полотнами, это, безусловно, достижение для нашего города и большой подарок нашим жителям. Первое мероприятие стартовало сегодня в органном зале. Так называемый репетиционный цикл открыли звезды музыкального театра Екатеринбурга «Джаз-кавер-шоу».